Бодрый день, с вами рюкзак с рюкзаками, и мы смотрим Nordway Tracker 55 литров. Все в нем хорошо, и каркас в спинке есть, и даже два кармана сделали на поясном ремне, и резинки сохранились для строп. Все хорошо. С верхнего клапана, если начинать, то есть резинка, и туда можно положить простую кепку. Ну, если не хотите кепку, то можно туда и спальник положить. Он, благо, там затянется, если хорошо, будет держаться. И легко клапан, хочу сказать, снимается. На раз, два, три, четыре. Четыре фастекса у него всего. И это еще поясная сумка. Можете себе такое представить? Два кармана у нее с внутренней и с внешней стороны. С внешней стороны вы можете положить пауэрбанки, там пакеты, все что хотите. Хоть еду можно положить, фонарики в том числе. А с внутренней части вы можете положить... Значит, аптечку в том числе. У нее есть классный поясной ремень на карабине. И, значит, аптечку мы достаем. Вот, внутри есть отсеки для там сухих салфеток, для влажных салфеток и для всякой ерунды. В общем, клапан уже, ну, отстегивающийся не делать на рюкзаках, поэтому это редкость. Модель-то редкая сама по себе. Значит, отстегивается все просто. У нас есть с фронтовой части... Так, это стяжка у нас для того, чтобы все поместилось. С фронтовой части есть еще один дополнительный карман для всякой мелочи, для любителей вот взять с собой фонарики, дождевики, все туда может поместиться. Там влагозащитная молния. И функция быстрого доступа. Может туда все содержимое, все, что хотите, вытащить при первой же необходимости. Значит, спинка здесь у нас с каркасом, отстегивается двойная лента с липучкой, что очень хорошо и увеличивает срок запаса службы. Есть ростовка, там S, M, L и XL в том числе. Очень тугие петли, они там не оттянуты. К слову, вообще сложно сказать, пользовались этим рюкзаком или нет, потому что он прям сам новейший и сохранился прям очень хорошо. Значит, в поясном, не думайте, что карманы маленькие, на самом деле туда могут и спички поместиться всякие, и могут даже ремонтный набор, если нужно что-то подшить по дороге, но мол, там пуговица отлетела, все есть с собой, и в них это только один карман. Туда может поместиться даже пауэрбанк на 10 тысяч ампер, что в принципе это две зарядки для телефона современного, и наушники можно послушать музыку, пока вы долго идете по маршруту. Ну, лучше, конечно, слушать звуки природы, но это уже там, кому как нравится. С внешней стороны вы можете использовать, значит, есть отдельный карман для спальника, можете его быстро достать. Отделение делится на две части при особом желании на шнуровке, вы можете стянуть. И еще можете поместить дополнительный спальник с внешней стороны. Крепится он на фастексе очень просто. Но если не хотите мелочиться, то можно туда положить хоть палатку, вот, двухместную. Туда тоже все спокойно может поместиться. В боковые карманы я обычно кладу бутылки с водой, потому что чем больше воды в походе, тем лучше.